Всем привет, канал Ирина Светики. Смотрим сегодня цветочки, что Леруа Новая Бедея. Вот, африканский закат. Разновидность золотого яблочка. Цветов много. Ну вот что-то похожее заказывали недели три назад. Но это ж уже и время прошло. И морозы кое-где наступили, поэтому не знаю, как брать, не брать. Одному-двум человекам позвонить, и все, и заряд кончается. Аккумулятор тоже у меня, ну, видимо, уже пришел ему срок. Давненько у меня аккумулятор вот переносной. Заряжаешь вот кимоно, очень приятно. Цвет. Раньше их было много, и пилораны. Ну, наверное, был завоз. Хотя я заезжала в другие Леруа, а завоза не видела. То есть стояли старые цветочки, их было немного. Ну, тут вот хороший выбор. Три этажа. И еще. Вагон и маленькая тележка, что называется. Плохо, что не стоят, не подойти со всех сторон, как мы любим. Ой, цена. Любим покопошиться, в серединке повыбирать. И я вам скажу, иногда находишь. Это интересно в середине. Пандора. Ну вот, все желтые тут у нас на базе, где им печатают. Solid Gold называют, но в основном вот эти еще побледнее бывают. Паприка. У них все подряд Solid Gold. Романс. Здравствуйте, Романс. Как сейчас везде пропал Манхэттен, меня просили купить его. И вот я две недели не могу его найти ни в одном магазине. А раньше стоял каждом. Так, сейчас Пандора, вот, Романс, то же самое происходит. Они стоят практически в каждом магазине, где я заезжаю. Беглечик такой. Ну, по закону подлости могут пропасть, когда попросят его купить. Красавчик. Что тут ценка, смотрю, 300 рублей. 300. Ну, состояние нужно каждое в отдельности, конечно, рассматривать. Бывает, попадаются корешки хорошие, вершки не очень. И наоборот, что хорошая розетка, мощная, красивая. Смотрите, даже калейдоскоп. Беглипчик. И не один. Решился купить вот такой беглипчик, смотрите, маленький. А это второй беглипчик, чуть крупнее, тоже такой миниатюрный, скажем. Вот это черное бархатное, очень красивое. Да, декабрь как-то нам прижал нас финансово, я так понимаю. Ну, меня, впрочем, как и все, я на себе это чувствую. Ну, если заказываю, то что-то такое. В этом году вот Аббы не было, Аббы просто. Аббы не было в этом году, и не знаю, не обещаю. И будут ли ее брать наши продавцы в магазине. Потому что, ну, сами понимаете, сейчас доставка какая. Есть такой сезон, там заморозки. У нас-то тепло, пока доедут. Всяко бывает и приморожены. А там еще есть цветочки сейчас. Поэтому
бывает, что не закажут, приедут цветы. Но цветы еще туда-сюда, корни все померзли. Хотя у нас плюсовая, там 10-15 градусов. Это где-то в дороге они приходят. Поэтому такие дороговастенькие и редкие. Я думаю, сейчас опасаются продавцы заказывать. Потому что зима. И если раньше как-то, ну, может, это было финансово, не напряжно, что доставляли зимой хорошие орхидейки, не примороженные там. Ну, не то чтобы утеплённые, но вот как-то они их так доставляли. Бывали случаи, но реже. Сейчас вот я смотрю на свежепривезённые. И даже в сетевых магазинах у них корни примороженные. Хотя цветы вроде бы и ничего. Ну, потому что в дорогу их поливают, конечно, чтобы они сохранились цветущими, с товарным видом. А если холодно, то первыми страдают корни. Цветы вот любят в прохладе. Я их переставляю, когда полностью расцветет. Я их переставляю на прохладненькое место в доме, чтобы они как можно дольше постояли, подцвели. Ой, ну туда я не доберусь, там пятнашки. Тут тележечка стоит с другими цветами. Вон сети, море. Ну, красные. В этом году одна красная. Пойдемте посмотрим, что еще есть в магазине. Магазины все красивые. Но я смотрю, вот сетевые, вы знаете, не очень наряжают залы сейчас. Ну, возможно, это и трудоемко, и хлопотно, и нецелесообразно. Делают вот такие сказочные уголки, отделы. И вот они украшены от души. Ну, большая гирлянда, да. До 1000 рублей. Красиво смотрится. Ой, я не помню, я сказала, это Леруа Мерлен. Новая Адыгея. Сейчас посмотрю и выберу немножко. Ой, маленького. Шарики, Олежки. Розовые, белые, какие хотите. Ну вот я показывала тут, но еще не все было сделано. Сейчас я вот выйду. Много куколок, зверушек. Наверное, лисенок стилизованный. Волчонок. Вот детям сейчас интересно ходить в магазин. Какая красота! Интересно. Мне нравятся, да, вот такие сакуры светящиеся. Никак не получается у меня, вот, чтобы всей картинкой заснять. Людей много. Обязательно кто-то в кадре. Давайте мелкие игрушечки посмотрим. 70. 120. Деревянная. Простая. Вот это даже 620. Что еще интересно? А, это башмачки. Зайки, ясно. Феечка спящая. Ой, классно, смотрите.
девочка. Птичка, жар птицы. Это помощник где-то на европейский. Ну вот тут хоть 25. А, олень блестящий. Подарочек. Пустые. Там нет ничего. Ручная работа. Стеклянные, красивые очень. Мне почему-то стеклянные больше нравятся. Хотя понимаю, что пластмассовые практичны. Ой, шишки. У нас раньше шишки были. Разноцветные дома. На елку. Ну, как понимаете, тут часами можно ходить и выбирать. Немножко показала вам для новогоднего настроения. Всем спасибо за просмотр. Канал Ирина Цветик. Пока-пока. Это дорого. До свидания.